Приветствую вас на канале Asmo Replay. Мы играем GTA 4. Проходим. Так, Роман. Позвоним. Ведем в курс дела. Играем GTA 4, да. Делаем замес. Никакой жести, ничего лишнего. Никаких поисков по системе. Только миссии. Итак, миссию мы получили, едем в свой пункт передвижения. Я буду стараться вырезать, потому что он мне интересен. Как водитель в игре я никакой, поэтому как добираюсь я, это будет очень неинтересно. Вот так. Так, мы добрались до пункта назначения. Что нас здесь ожидает? Зачем я из машины вышел? Вы хотите меня убить? Я так просто не дамся. Я буду отстреливаться. Роман! Роман! Ты наверху, падла. А в багажнике? Спрятался, тварь. Что ты там делаешь, жирный? Давай, братиш. Так, наверняка он знает, где мы сможем залечь на дно. Знает? Хорошо. Так, вышли. Ну-ка, кстати, ну-ка, хочу попробовать на такси. Так. Давайте попробуем на такси. Нет. Вот. Давай садись тоже. Мы с тобой поедем. Место назначения, конечно. Конечно. Подбрось нас. Все. И не паримся. Давай, пошли. Ой, у меня хата горит. Ты видишь это? У меня хата горит. Враги ее сожгли. Ох, мою халявную хату с жирными тараканами. Ладно, давай. Вон есть такси, есть такси. Ты бежишь за мной? Смотри сюда. Роман отстал от вас. Да он постоянно отстал. Давай попробуем. Друг, посмотрим. О! Прибежал! Посмотрите, какой молодец! Блин, я до Романа доехал! Роман, садись! Так. Место назначения, давай. Вот. Нормально. Все. До твоей работы доехали. Она тоже горит. Все прекрасно. Не паникуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто стреляет? По кому стреляют? Так. Садись. Нам это не надо. Мы с тобой мирные люди. Итак, давай я тебя доставлю, а потом пойду здоровье поправлю, бронежилет куплю. Кого-то задавили. Ну ничего страшного. Ладно, путешествие вырезаем. Итак, дамы и господа, мы прибыли к месту назначения. Теперь это будет мой новый дом. Одну трущобу поменяли на другой, но ничего страшного. Мы не расстраиваемся, ведь это халява. А на халяву можно любое помещение брать. Хоть сарай, хоть гараж. Давай, что вы тут ищете? Вот что ты тут ищешь, что-то рассматриваешь. Теперь у меня есть квартира в Бохане. Конечно, есть. Так. Мне надо такси поймать. Ну как поймать? Надо просто успеть перехватить. Не хочу сам ехать.
Так. Я поговорил с Романом, приезжай, брат. О, так он где-то недалеко, что ли? Так. Сначала едем на пункт Б. Едем. Загрузка. Приехали. Все, давай, покидала. Вот он я. Кто хотел меня видеть? О, братишка. Давай, жирный, рассказывай, в чем дело. Поезжайте в интернет-кафе. Блин, зачем? Надо было так ехать. Да если бы я знал. Ну ничего страшного. Ладно, поездку вырезаем. Так, чувак, я в интернет-кафе, что дальше? Сайт знаком, называется LoloMind, заходи на него, брат. Парень, с которым тебе нужно пойти на свидание, называется Том Француз. Ё-моё, ну ладно. Козлина надо будет, Том Француз. Так. Мали... Том Француз. Так, где ты? Том Француз. Работа по тоскун, гей, горячая. Понятно, так, свидание. Завершить работу с компьютером. Все. У меня там письма какие-то, что ли? Ну-ка. Давай посмотрим, что за письма. 8 писем. Проверить почту. Так, Роман, так, Брюс, так, Хос. Сушицид. Основатель портала. Так. Итак, берем другую миссию. Что она представляет из себя? Покажите нам. Кстати, тут есть зараженный голубь. 100 голубей во всем городе. Это как дополнение. Хочешь, стреляй. Они подсвечены. Так, танцуй, стой, потанцовывай. Танцуйте, танцуйте. Отменять так. А, тебе машина нужна. Тебя надо везти куда-то. Сядьте в машину вместе... Стой! Вот машина. Неплохая, садись. Я, видишь, я машину достал, как быстро. Все, теперь едем. Итак, вот мы доехали. Что нам надо делать? Все. Впереди машина. Так, черт, чувак, мы не это мои люди, понимаешь? Следить за ним, походу, дело надо. К остальным кровососам. Следуйте за Дивином так, чтобы вас не заметили. Конечно. Вот и будем потихонечку, полигонечку. Сзади красться. Ну что, миссия такая неспешная. У меня, конечно, бывали миссии по линии. Типа вот этого же интернет-кафе. Просто зайти, просто почту завести. И по правилам. Ага, как же. Чтоб он меня не заметил.
Так, так близко не подъезжай к нему. Иначе он вас заметит. Давай, ты только не поворачивай ко мне, и все будет хорошо. Так. Блин, ну он точно дебил, не снимет меня. Да, ну и мне-то везет пока. Но все равно, скорее всего, он должен заметить меня по сюжету игры. Я так предполагаю. Хотя, если вот сюда прямо на склад поедет, то уже чё уж. Давай. Чё ты кругами ездишь? Ты конкретно едь куда-то. Ой-ой-ой-ой, что стало с моей машиной? Давай. Потихонечку, помаленечку, но мы продвигаемся. Вау, это для трюков. Совершите трюк, получите бонус. Да, тут много таких фишек. Трюки, голуби. Собирайте, делайте бонусы, зарабатывайте, продвигайте себя. Мне это не интересно. Я уже пробовал и трюки делал, и переворачивался, и как можно дальше летал, и голубей стрелял. Так что, так, а что у меня тут? КЛ. А где фары-то? Фары аж. Нам фары не нужны. Ой, он остановился. Ну зачем? Что случилось с тобой? Давай, я тоже остановлюсь. Да, вот так. На склоне одно из упражнений. Мордой вниз, мордой вверх. Всяко умею останавливаться. И... Что? Мы приехали или нет? Давай проститутку возьмем. Это нифига не круто. Так круто это. Возьмем ее, пусть ездит с нами. Че тебе, жалко что ли? Не будь таким жмотом. Так. Вот еще одна стоит. Вылезли. Ночь настала, так они вылезли. Так на вас и днем спрос есть. Не обязательно ночью. Ты тоже кругами катаешься, тварь. Куда вот ты едешь? Ой-ой-ой, сколько девочек. Похоже, он тормозит, так. Ну давай, мы притормозим. Что ты нам расскажешь? Дуй за ним на этот склад и избавься. Ой-ой. Ладно. Я думал, ты собираешься чистить улицы. Чувак, послание, вот что важно. Послание. Дилер вошел на склад. За ним. Так. Понятно. Так. На склад за ним войти мы не сможем. Тихо. Вот так колесо прострелим. И уже хорошо. Все. Там пока пусть что хотят творят. Нам надо на склад. Так. Посюда мы сможем? Хрен там. Посюда. Тоже нет. Ворота закрыты. Значит, идем в переулок. Вот сюда. Так, мы посюда, да, можем перепрыгнуть? Возможно. Но для начала... Так. Когда на улицах закрывают двери, открываются окна. Врубаешься? Да я врубаюсь, блин, я об этом думал уже. Окна. Блин. Значит, все-таки придется прыгать. Хорошо. Так, так, так. Отсюда я вообще смогу запрыгнуть?
Опа. Посмотрите-ка, смог. Давай, 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 голубчик, наверх. Так. Ух ты, это что? Это оружие. Взять так. Которое есть у вас. Все. Заменили. Я не понял. А, вот. Давай, потихонечку. Так, давай, 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 давай. В голову. Где ты? Давай, что ты там? Кто ты там? Есть. Я тебе все ручонки твои гребаные пообстреляю. Давай, 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 вот. Так. Так, где-то наверху. Есть. Так, еще один. Ох ты, я ему в голову. Все-таки не зря в снайпера играл. Есть, да, чем похвалиться, да. Вот так вот оружие, оружие, оружие берем. Что ты делаешь? Что хочу, то и делаю. Вау. Все, теперь у меня нормальное оружие хоть. А у тебя что здесь? Понятно. Так, я могу отсюда выбраться? Вот, вот это, наверное. Опаньки. Блин, или посюда мне надо было заходить. Твою ж мать. Вот так, все, вышли. Грязный вон улиц стоит напротив места очередной бандитской бойни. Блин, меня спалили. Ладно, переходим к следующей миссии. Итак, снова идем к этому чуваку и снова берем миссию. Давай, удиви меня. Давай, мне не надо твои съемки. Стань звездой, поезжайте на Уилл-стрит. Хорошо. Стоять! Тварь. Давай, пока сяду, пока такси не найду. Где мое такси? Ой-ой-ой, машина, зверь. Что с тобой? Давай, на таран! Бум! Очень хорошо. Мне это нравится. Ой. Так. Все. Понятно, надо машину, да, остановить? Хорошо. Я вас понял. Давай. Все. Водила-то должен подохнуть. И на, вот так. Теперь осталось только того прибить, и все, и дело сделано.
Миссия, по сути, легкая, ничего сложного. Дави тараканов. Давайте. Вот он. Недалекие. Куда ты выпрыгнул-то? Все. Миссия закончена. Патронов у меня хватает. Сваливаем. Там какая-то лестница наверх была. Мэнни! Мэнни! Я все сделал! Вау! Да, вот так. Ждем следующее задание. На! Больно? Да уж, надеюсь. Так. Ладно, я даже еще пока не переодевался. Давайте. Посмотрим, что у меня в доме. Если мы успеем доехать до миссии. Итак, до дома мы доехать-то успеть успели, но зайти мы не успели. Нас ждет новая миссия. Давайте доедем до Ешки. Конечно! Жми! Thank you. Засунь свою thank you. Я тебе денег заплатил. Целых $7. Тварина. Ты меня по гроб жизни обязан. Давай. Мне куда-то идти надо, да? Блин, если это подниматься, то это очень плохо. Им не хотелось бы, конечно. Тут очень высоко. Блин, ты тоже живешь где-то в общаге. Ответить. Ники, надо серьезно поговорить. Right, хорошо. Но сначала бабу. Давай. Повторяй с моим хозяином все как надо. Ясно. Я хочу поговорить о Романе, у нее проблемы. Понял, все. Рома, Рома, Гаман. Он сам себе познакомит, позаботится. Давай. Братья, трубку-то не бросить нахрен. Забодал уже. Давай вали нахрен. Брюси. Ну, если я покажу ему дело здесь. Это не круто. Да, Брюси, спасибо. Огромное спасибо. Пошел нахрен. С Новым годом. Вот. Моя негритянка пригласила. Так. Блин. Да я и не один. Ладно, пропускаем. Что от меня требуется? Ну, дома так хорошие, так у меня в Джейсон Стрит встреча, там на средней крыше лежит винтовка. Понятно. Тебе нужно будет подняться наверх и убедиться, что все идет по плану. Вскоре и мы с парнями подтянемся. Без проблем, все понял. Охранять надо тебя, короче. Прикрыть. Буквально до этого. До того, как начал играть GTA 4, я проиграл Снайпер 3. И с винтовкой уж я обращаться умею как никто. Я с ней на ты. Поэтому проблем никаких не возникнет. Ну-ка, пошел отсюда, очкастый. Нахрен. Все. До места по расположению, будьте любезны. Да. Мы пойдем, конечно, на крышу. Так. Я надеюсь, вы меня не осуждаете, что все мои поездки происходят на такси. Все-таки, если у меня, предположим, в игре нет прав, то это всяко безопаснее на такси. И, кстати, быстрее. Гораздо быстрее. Опа, винтовочка. Так. Куда мне надо? Вот сюда. Где ты? Давайте будем отстреливать потихонечку чужаков. И помощники прибыли на место. Наблюдайте за встречей через прицел винтовки. Конечно. Так. Нас двое и также двое вас. И нет базара, даже Прага отказ. Увеличим. Чтобы была выше, пригнитесь. Пригнулся.
Давай, между лопаток. 5-6 позвонок. На вылет нахрен тебе пройдет. Но, быкани. Кто из вас? На! 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 Вот так. Вот так. Есть. Ну-ка, это взорвется. Бам! Вообще здорово. И давай, выгляни. Я видел, что ты там. И... На, в шею тебе. Все, дебил. Так, неизвестный абонент. Давай, что ты мне расскажешь? Все. Научился бы ты лучше стрелять. Так, понятно, я что-то не то сделал. Что-то я не то сделал. Еще разок пробуем. Есть предположение, что я не совсем тех защищал. Что те, которые вот приехали, вот их надо оберегать-то. Ну, я так думаю. Вот этих двоих. Так что давайте попробуем теперь с такого ракурса. А то я, получается, своих завалил. Давай. Давай, так никто не выживет еще, если в грудину так попасть. Потому что врача поблизости нету, чтобы тебя спасти. Ну, быкуй. Еще больше быкуй. На. Давай, покажись. Вот так. Он где-то здесь. Еще один остался. На. Вот так, по орехам. Фитиль отстрелили тебе. Так что ты безопасен стал. Ну, вроде все. Стрельбы не слышу. Элизабет. Это дилеры накололи твоего парня, но мне удалось сохранить ему жизнь. Вот так, значит, все правильно подумал. Значит, первый раз я пристрелил, блин, того, кого должен был защищать. Ну, такой кровожадный я, простите. На этом все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Пока!